Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. Лёлик! Борик, что? Ты что, тут поёшь, что ли? Да, пою, вот смотри. Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам. Лёлик, всё, тихо. Всё, тихо. Подожди! Антошка! Ну, тихо. Что тихо? Ты посмотри, вон, ребята, что? Уже оглохли, наверное. Чё? Ты посмотри, вон. Ой, здравствуйте, ребята. Здравствуйте, ребята. А чё это они оглохли? А я видел, как Наташа вот так взяла и уши закрыла. А, ну да. А знаешь почему? А знаешь, ты у меня в кармане? Что? Вот, да. Теперь я оглох. Пусть бегут, не уклюжи. Ну всё, Лёлик. Прекращай. Надо серьезно относиться к делу. А это как? Вот знаешь что, прежде чем петь, нужно, чтобы ты научился красиво и хорошо выговаривать слова. А это как? А вот для этого есть специальные скороговорки. Да. Скороговорки? Да. Вот садись, я тебя сейчас буду учить. Садись. Ты за мной только повторяй. Вот так. Садись. Начинай. Язычок нельзя показывать. Им нужно вот так говорить слово. И поехали. Бык тупогуб. Повторяй. Кто бык? Ты повторяй. Я бык? Нет. Чё я бык? Нет, ты повторяй. А, я повторяю. Да. Давай. Бык тупогуб. Бык тупогуб. Тупогубенький бычок. Тупогубенький бычок. У быка бела губа. У быка бела губа? Была тупа. Да. А давай сейчас, знаешь что, попробуем под музыку, вот как раз, вот как под какую-нибудь песенку. Можно даже под свой ритм. Под мой, да, это вот так. Пусть бегут неуклюжие пешеходы. А можно под свой, смотри. Давай. Бык тупогуб, тупогубенький бычок. Вот так можно. Бык тупогуб, тупогубенький бычок. У быка была губа, была тупа. Была тупа. Ну, ты не переживай, у тебя получится. Я думаю, у ребят тоже сразу не получилось. Но переживать не стоит. А давай еще какую-нибудь скороговорку, мне уже это нравится. Давай, ты меня теперь учи, если ты знаешь. Я не знаю, вот я слышал, наверное, когда мы летели на эту планету, там была такая скороговорка. 33 корабля лавировали, да не вылавировали. Повтори, давай. Я даже, наверное, не смогу, но попробуй. 33 корабля лавировали, да не вылавировали. О, получилось! Вот это мы молодцы! Да. Ребята, если вы будете каждый день повторять какие-нибудь маленькие скороговорки, то вы будете всегда разговаривать четко, да. Понятно! И громко! Вот, совсем забыли! А мультфильм? Мультфильм! Пошли быстрее смотреть! Вот. А где? Бери свою каркуса! Да! Ого!